Российская Федерация приостанавливает ввоз на свою территорию зерна и продуктов его переработки из Казахстана. Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжиханулы высказался о просьбе Россельхознадзора приостановить экспорт казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника. Россия фактически запретила транзит и импорт казахстанского зерна и ряда других сельхозпродуктов из Казахстана, ссылаясь на фитосанитарные соображения. Некоторые наблюдатели расценили этот шаг как ответную меру в связи с запретом поставок российского зерна, о котором ранее объявил Казахстан. Эксперты оценили ситуацию как начало торговой войны. Вице-министр Ермек Кенжиханулы подтвердил, что соответствующее обращение со стороны Россельхознадзора в Министерство сельского хозяйства получили еще в середине сентября. Да, на самом деле мы подтверждаем, соответствующее обращение со стороны Россельхознадзора мы получили в середине сентября. Там в обращении было указано о том, что, как вы уже ранее говорили, с учетом выявления ряда особо опасных болезней, обращение заявлено, что с 23 сентября текущего года комитет Государственной инспекции в агропромышленном комплексе приостановили выдачу фитосанитарных сертификатов на ряд растениеводческих продукций, в том числе это зерно. По словам чиновника, казахстанская сторона направила ответный запрос в Роспотребнадзор, в котором запросила подтверждающие факты о выявленных нарушениях. Мы на сегодняшний день запросили ответным письмом Россельхознадзора для того, чтобы они нам предоставили подтверждающие факты о выявленных нарушениях. Нам на сегодняшний день необходимо для того, чтобы удостовериться, что эти факты нарушения на самом деле имеют место, мы попросили соответствующие акты о выявленных лабораторных исследованиях и результатах об этих результатах лабораторных исследований. На сегодняшний день ответ со стороны Россельхознадзора мы еще не получили. Только после того, как мы получим соответствующее обоснование, доказательство, что на самом деле эти нарушения имеются, мы будем соответствующее обращение вам предоставлять. В этом году Казахстан планирует собрать рекордный урожай зерна – 27 миллионов метрических тонн, из которых примерно 9 миллионов тонн предназначены для экспорта. Казахстан экспортирует зерно в Европу и Турцию через российские морские порты. Казахстанские зерновые лоббисты обвинили российских экспортеров в незаконных поставках зерна в Казахстан для последующего реэкспорта в другие страны Центральной Азии и Афганистан при уклонении от уплаты казахстанских налогов. В прошлом году Союз зернопереработчиков Казахстана заявил, что нелегальные поставки в Казахстан российского зерна стали огромной проблемой, угрожающей экономике Казахстана. Бауыржан Шаяхметов, Медиар Ильясов, столичное бюро ТДК 42.